Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал FreeSun Games. Мы продолжаем с вами Звездные войны Галактика Героев. Выходные праздники закончились, соответственно, да, выходим обратно в эфир. Третий раунд. Первый раунд был слит, второй раунд был, в принципе, пропущен, потому что был день рождения, я не собирался отыгрывать. Но если точнее, то мысль такая была, посетила меня где-то за полчаса до конца, но в итоге я думаю, да ну его нафиг. Третий раунд, давай посмотрим. Давай мы, знаешь, что сначала посмотрим? Посмотрим на второй раунд, как у меня там отработал деф. Показал ли он себя с какой-то хорошей стороны. Так, по флоту смотрим. Флот выдержал, хорошо. Это радует. Но, опять же, так, здесь тоже есть косяки. Это тоже отлично. Сюда зайдем, здесь все чистенько. И сюда заваливаемся, здесь тоже все чистенько. Ну, то есть, в принципе, косячки есть, да? То есть, второй соперник не закрыл, первый закрыл, но там косяков было штук 8, наверное, если не больше. Вот, но, тем не менее, то есть, деф немного, да все-таки доработает. Окей, здесь у нас что? Здесь мы видим Джабу, но это, скорее всего, СЛКР. Рей, это, соответственно, Старкиллер. Падме, ЛВ. Ну, ЛВ можно будет Землюка развалить. Здесь, соответственно, МДК. Здесь Бейн. Блинский. Ну, слушай, как-то проблемки вырисовываются. На самом деле, как тут кого закрывать, конечно, вопрос остается открытым. Точнее, кем, кого, куда, зачем, почему. Но попробуем. Сюда в любом случае у меня пойдет Старкиллер, потому что других вариантов я на данном этапе не вижу. Сделаем вот так, вот так. Нейтральных адептов силы у меня нет, поэтому они здесь в расчет не берутся. Сюда я возьму тебя и джедайчика вот этого, чтобы работал датакрон на повторную атаку. Угу. Вот это вроде, да. Хорошо, поехали, помчали, поскакали. Посмотрим, что из этого получится. Вообще, я думаю, что скажется все-таки нехватка пачек в атаке, но тем не менее, сейчас посмотрим. Блин, а предвидение... А, предвидение не на всех, окей. То есть это я сейчас промазал, получается, не получил доп-ход, да? Спасибо, круто, я очень рад. Это, конечно, плохо, Вастенька. Тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Угу. Ну, кстати, мощно вжарили. Так, давай тогда по остальным тоже сейчас пройдемся. Пока у нас не УЯС висит на нашем танке. Соответственно, Легенда Рей не должна наградить его какими-то плачевными последствиями. Оп. Отлично. Так, мы дальше сохраняем провокацию. Минус. Так-то было бы неплохо, конечно, еще и Легенду Рей просадить. Отлично. Хорошо. Так, здесь мы тоже просадили. И давай BB-8 еще попробуем просадить. Да, успели. Хорошо. Блин, ну вот сейчас вот мне уничтожение тоже делать, ну, ни туда, ни сюда. Оно просто не сработает. Так, сюда идем. Да, а здесь, в принципе, по большому счету нам... Ну, я не знаю, кого бить. Ну, давай еще вот так сделаем. Вот теперь можно делать вот эту штучку. Хорошо, то есть плохо, никого не убили. Блин, надо было базовую. Базовую. Хотя и так нормально пойдет. Так, теперь надо в РСМ-ку каким-то образом попасть. Потому что у нее уклонение, конечно, охереть не встать. Можно первой особой за Старкиллера туда, кстати, ввалиться. И второй. От обоих этих атаку вернуться нельзя. Ага. Давай вот так. Хорошо. Ну, пока выжило, но это опять же ненадолго. Ну, кто попадет? Кто мой герой? Да епическая сила. Опять старый киллер должен все за вас сделать, что ли?
Да, опять старый киллер должен все за вас сделать. Ну, ладно, хорошо. Хотя бы кто-то способен на что-то, да? Дальше. Далее. Кто и еще раз кто? Падмы мы пока не трогаем. Блин, а что здесь за датакрон? Использует особую способность, он получает 15% шкалы хода. Блин, слушай, я вот не знаю, а давай попробуем, получится, не получится. В свое время у Афры хорошо получалось. Сейчас у нас что, поменялось что-то, нет? Там вражеский датакрон не на повторную атаку. Опять же, там может же заливка под ШХ быть бешеной. А давай только мы Вейдера бить не будем, пацаны, ребят. Вейдера только не бьем, окей? Если Вейдера не бьем, тогда еще, в принципе, можно будет пош... Ой, Афру бьют. Не знаю даже, что из этого хуже. Так, теперь мне нужно, чтобы Вейдер ходил. Вейдер! Вейдер, ходи, ты должен Лею вырубить. Вейдер! Вейдер, ёб твою! Ага, так, окей, это грамотно. Это хорошо. Это отлично. Но здесь, конечно, не получилось немного, да? То, что Лею вырубили, это очень хорошо, потому что, по сути, это основной дамагер и разгонщик для Джабы. Поэтому вполне может быть, что здесь получится закрыть Афрой. И тогда мы, соответственно, сохраним СЛКР. Бляха, у меня тоже дамагера вытесняют потихоньку. Тихо. Они сейчас еще и контракт выполнят. Ой-ой-ой. Так, спокойно, пацаны. А, ну этого призывного... Ну, в принципе, призывного можно долбить, да. Здесь я согласен. А вот Вейдера не надо было бы... Не надо. И сюда не надо. Ну, не надо. Ну, чего вы? А где у меня весь урон? Я понять не могу. Спокойно! Нет! Нет! Бляха, да выжги ты всех напалмом! Ой, сейчас кого-то сожрут. А кого сожрут? Давай Вейдера. Только не Афру. Только не ешь, пожалуйста, Афру. Вейдера. Так, ладно. Но мне это уже не нравится. Слишком затянули. К этому моменту уже... Уже должна была быть победа. Спокойно, тихо. Провокация спала. Нет! Так, первый ушел. Кто-нибудь, придите на помощь. Нет. Так, хорошо, тихо, спокойно. Шанс еще есть, бляха, но вот только ульта у Джабы сейчас опять накопится. И тогда он уже точно сожрет Афру мою. А это плохо. Так, пробились, отлично. Давайте, пацаны, котятки, давайте. Да ну что ж ты делаешь-то со мной? Пробей. Нет, ты пробей. Никто не может пробить. Бляха, дамагера сожрали. Не, ну есть еще шанс пробиться. У меня есть еще один хороший дамагер, который способен вжарить. Спокойно. Воскресить после ульты Джабы вроде как нельзя, если я ничего не путаю. Да, нельзя. Ну хорошо, пробили. Фух, ну это было опасненько. Это было опасненько, и можно было на самом деле даже проиграть, но нет. Так, ладно.
Здесь мы сэкономили с ЛКР. Это хорошо, это хорошо. Тогда здесь не повторная атака. Нет, не повторная атака. Тут что-то с танками, неважно что. Давай сюда-сюда берем. Чуть-чуть джедаев. Чуть-чуть, прям самую малость джедаев возьмем. И датакрон вот этот. Нет, другой здесь где-то был на пробитии. Вот этот, на пробитии. Нам надо пробивать про самые помидоры. Ух, разнервничался. Бляха, тут мол. В прошлый раз я эту фигню проходил, но не было мола. Блин, мол это плохо. Мол это плохо. Мол это плохо. Ай-яй-яй. Мол, это плохо. Давай тогда сделаем вот так. Вейдера или Трауна? Слушай, наверное, Вейдера имеет смысл сейчас забрать. Если мы его, конечно, сможем пробить. Так, есть. Подожди, сейчас мол начнет беситься. У него еще и ульта подъехала. Твою ж-то мать. Спокойно, спокойно, спокойно. Давай, наверное, вот так сделаем. А, он все равно в ульту сейчас пойдет. Хорошо. Здесь датакрон у нас сыграет. Пробиваем красного. Бляха, не пробили. Чуть-чуть не пробили. Давай так. Ага. Минус красный, отлично. Ульта готова. Да не, в принципе, вроде как нормулек. Здесь мы тупо дадим стан. Также от этого хера избавимся по бырику. Нет, давай вот так лучше сделаем. И сделаем вот так. Хорошо, спокойно, спокойно, спокойно. Пока живем. Ой-ой-ой, что-то йоди прям совсем плохо. Невосприимчивость к положительным эффектам. Бляха, здесь еще откат. Хилимся, живем. Так, я думаю, что здесь имеет смысл сделать сначала откат, потому что я не уверен, что пройдет этот. Запрет на использование способности на него ляжет. А теперь? Отлично. Так, здесь у меня есть. Давай тогда сюда. Это пробустит нам атаку. Спокойно снимаем весь депресняк. Ну, сейчас главное чисто на контроле. Откатываем способности, кидаем запреты и просто добиваем потихоньку. Да, отлично. Но грязненько вышло, конечно, но тем не менее. Тем не более, тем не менее. И вот это все. А далее кто? Падме Амидалу пока не трогаем. Там, конечно, блин, вопросики, конечно, есть. Здесь, здесь. Ну, блин, здесь придется зеркалом в любом случае проходить, потому что я понятия не имею, как здесь кого забирать. Здесь у нас что еще? Оглушение. Бляха. Я тоже буду использовать оглушение на самом деле. Еще и 150 к обороне. Тут вопрос только, успею ли я... А, ну я буду через полульты играть. Посмотрим, как он там через полульты будет играть или нет. Я сделаю, наверное, каким образом? Вот здесь я накину оглушение сразу моментально. Да, не особо это повезло, конечно. Точнее, сработало, но тем не менее... Это было очевидно, это очевидно, и это не страшно. Так, давай попробуем опять же, да, оглушение на нее тырцнуть. Хорошо. Но у него тоже половинка ульты уже готова. Он будет через половинку ульты играть или не будет? Бляха, оглушение на кошку. Плохо, 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 плохо. Так, давай сюда.
А, переход в ульту это не считается как использование способности? Стоять! Тихо, 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 тихо. Ну, здесь уже, по идее, по старой доброй традиции, просто начинаем бить танка, потому что. Но у нас половинка ульты, соответственно, игнорирование провокации закончится очень быстро. А игнорирование провокации нам как раз таки тут не особо-то и нужно. Поэтому давай мы... Угу, избавились по берегу от танка, конечно, проверяй. Бляха, с этим оглушением вообще какая-то вакханалия происходит. Ну-ка, давай сюда. Да давай ударим, почему бы и нет. Давай вот так. А я еще раз. Бляха, у меня Шиена нет. Я Шиен не нацепил. А что это я? Так, кошку мы ее не трогаем, слышь, алло. Кошку трогать нельзя. Блин, наверное, все-таки придется через Асоку. Ну, она по здоровью просто послабее. Проще будет пропустить сейверс через нее сбить. Да и опять же, мы заберем, если еще Асоку, то получается заберем одного джедая, на который работает датакрон. И будет поменьше станов на наших персонажах. Давай тогда Падмы сразу заберем. Ой, да ну, брось. Вот так. И вот так. Есть, отлично, добивочка прошла. Ага, успеем добрать? Успели. Ну все, халява. Халява, лява, лява, лява. Вот такая тут халява. Но позади еще непонятно, что будет. Да еще я Падмы Амидалу так ведь и не... То есть я не знаю, что, кого тут туда, зачем, как. Сюда, соответственно, кто? Бэйн пойдет. Ситха мы возьмем сюда, опять же, таки, сушечку. И датакрон на вата. На вата, потому что очень много физического урона, очень много здоровья. Это то, что необходимо Бэйну. Так, здесь кого-кого брать? Ой-ой-ой. Надо было, наверное, все-таки разгончик лучше дать, да? Что я не подумал. Так. А зачем я Рекса бью? Подожди, стой, 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 соберись. Опа, 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 слишком много урона. Слишком много урона по мне пошло. Бляха, инвиз, это плохо. Стоп, 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 стоп. Нет, 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 стой, сука! Беда не приходит одна. Блинский. Ну, допустим, Палпатином я здесь заберу. А Лейку можно попробовать с ЛКРом добить. Гунганов. Вот даже не знаю, если честно, Гунганов кем забирать. А, Триумвират. Триумвират справится с Гунганами. Блин, открывать низ или вверх? Здесь завоевание 210 и 5 отрядов. 245 отрядов. Здесь 219 и 3 отряда. А, здесь тоже, подожди. Здесь тоже 3 отряда. Блин, ну с флотом можно больше заработать, но опять же я на флоте не уверен, что закрою его. Т-
Так, триумвират. Раз, два, три, четыре. С Саважем я оставлю им. Триумвират. Возьму ненужных ситхов каких-нибудь. Да, здесь, конечно... Здесь, конечно, ситу Йовина вырисовывается. Давай мы, наверное, Оби-Вана Падавана завяжем. Потому что Падмы не сможет так дамажить, как Оби-Ван Падавана. Да, и ходит он почаще, в принципе. Быстрее ульту раскачает. Ай, как больно это было. Угу. Пипец, вот это они лупят, конечно, черти. Я дурею. Просто как не в себя. Стоп, 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 стоп. Не убиваем. Спокойно, 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 ребят. Сейчас я опять перепривязочку сделаю, чтобы вы не выпендривались. Вот тебе точно надо привязку сделать, которую мастер Квайгон очень больно бьет. Очень больно лупит, тварь. Бляха, Йода тут еще подсирает. Блин, я не выживу, походу, тут. А-а-а-а-а-а! Мы еще, видишь, урона толком не наносим, чтобы отожраться по здоровью. Палпатыч не справился. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну я хер знает, что сюда еще можно прилепить, залепить, кроме легенд, я не вижу. Триумвират сюда пускать? Да нет, там же, блин, игнорировать провокацию не получится. Я боюсь, что я открою флот, еще и на флоте ничего не смогу сделать, понимаешь? Вот в чем сыкотня моя. Падмы, 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 падмы. Кто хорошо закрывает Падмы? Надо посмотреть, кто хорошо закрывает Падмы. Ну, Бейн, я понимаю, что хорошо Бейн закрывает, да? Но мне же еще надо каким-то образом все-таки и Лею закрывать. Ай-яй. Не-не-не, только не красного. Ну не надо красного. Ну диспелить пацан умеет. А вы говна навешали вон хренову гору. Ага, способности в откате. Круто. Минус красный. Что-то мне подсказывает, что... СЛКР нихера тут не сделают. И мне это ой как не нравится. Да не пробиваем пока. Ну да, я пробития и близко не наблюдаю. Да, ну перестань свои кубики кидать.
Так, это мы, допустим, с них снимем. Давай мы сделаем вот таким сейчас образом. Окей, минус Йода. Нет, что-то все-таки где-то-то пробивается по чуть-чуть. Так, на сюда. О, вот это хорошо сейчас было. Вот это прям отлично. Да, но все пошло ой как не по плану. Сейчас, если еще будут всякие левики, палачи и пучины в защите, то это прямо будет совсем грусть печаль. Час от часу не легче. Будет ли у него пробитие? Я, конечно, не знаю. То есть, сможет ли он пробить или не сможет. Так, на сюда. Здесь, кстати, без омикрона они вроде, да. Так, ты идешь сюда вот так. Спокойно. Блинский ёж, тут же уничтожение не работает сейчас. Три танка в отряде, три танка в отряде, а им хоть бихер вообще. Давайте, 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 ребятки, пробить-то совсем немножко осталось. Четыре удара и три удара, и мы в дамочках. Да, ну, не надо. Один удар остался, и все, им мапупа. Все, кобздаем, пацаны. Так. Ага, хрена с два с тебе. На. Лею, конечно, мне забирать уже, по сути, некем. К сожалению. Нейтральных адептов силы тоже. Ну, на флоте мы еще сходим, в принципе, побарахтаемся. Не могу гарантировать, что там вообще что-то получится, но зайти мы туда точно зайдем. Хорошо. Ой, грусть, печаль. Так, секунду. Так, здесь тогда что? Здесь мы тогда ничего не делаем точно. Пойдем сразу на флот. Кого? Наверное, давай сначала Левика попробуем. Так, 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 так. Ну, тут, по сути, правильно тогда писали в комментариях, что нет смысла брать прям совсем всех-всех. Давай, наверное, возьмем еще одного вот такого. На всякий пожарный. Если вдруг что. Хотя я не знаю, что там вдруг может пойти не так. Ну, точнее, что пойти не так-то, это как бы да. В теории все вообще. Так, здесь мы делаем сюда. Накидываем, чтобы бомбочками собака не раскидывался. Хорошо, пока, пока норм. Здесь давай стан делаем. Отлично. Снимаем положительные эффекты. Пробуем. Подожди, эти заряды нам что дают? Здесь максимально здоровье так и... Ну-ка. Блин, не пробили. Но у нас есть еще одна попытка снять положительные эффекты, снять провокацию и попробовать... Ага. Попытка будет потом. Ай-яй-яй, ну только не его! Ну почему?
Спокойно, спокойно, спокойно. Тихо, Спокс. Да да ну зачем? Блять. Че за негатив начинается? Да, конечно, давай еще этого позабираем, просто ключевых у меня перс. Все пошло прям совсем не по плану. Да, да. Флот это... Вот Ахиллесова пята, у меня всегда было плохо с флотом. Всегда, всегда, всегда. Какая-то херня с ним у меня происходит. Ничего не могу с этим поделать. Вот, блин, ну постоянно какая-то хрень. Стоп, 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 ну куда, куда, куда? Здесь, по-моему, вот так надо. Сейчас посмотрим, выживет, не выживет. Так, здесь мы, наоборот, блокируем ему способности. Так, тихо, 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 тихо. Минус 20 к стойкости, окей. Единственное, отстой, что на нем антикрит сейчас висит. Бляха, да что ж не хватило-то? Да ну что, да сэр? Ага, понял тебя. Хрен тут сейчас стан пройдет. Только не Кайло Рена, только не Кайло Рена, только не Кайло Рена, только не Кайло... Слушай, это какой-то закон подлости, понимаешь? Вырубают сразу ключевых персонажей. Вот именно те, кто мне нужны, они их сразу же начинают шпинять. Что там, что сям. Ой, беда. Вот тоже я теперь не знаю, стоит ли вытаскивать... что-то из моего флота, из защиты. Тогда я смогу в атаке лучше отыгрывать. Но и сопернику будет проще меня закрыть. Блин. Конечно, тут вопрос интересный остается. Подожди. Блин, только не надо его выстегивать. Это очень хороший крепкий танк. Не надо его забирать у меня. Кого провокация упала? Сюда, серьезно! Ну это, наверное, худший вариант, которого... Блин, я ж там мог проигнорировать провокацию Вестника ударить. Сука. Да ну не надо, все, хорош, успокойтесь. Хотя я бы его, скорее всего, не закрыл, не забрал бы, да, но тем не менее. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мне кажется, они сделали слишком мало призывов. Надо было все-таки еще немного. Не дожали, пацаны. Не дожали, не докрутили. Мало призывов. Мне бы столько призывов хоть где-то увидеть в своих битвах. Тихо.
Можно я хоть один кораблик за... А хуй там, да? Я понял. Да, на флоте 3 из 3 это, конечно... Это, конечно, да. Блин, я даже не знаю, стоит ли кого-то там ходить. Там, чё, в принципе, кто у меня остался? Переговорщик. Так у меня никого больше нет. Вот единственный, кто у меня тут еще есть, это Квайгон. Ну, опять же, Квайгон что тут сделает? Против нейтралов. Мне кажется, они просто с одного удара там только этот вот всех вырубит. Как его зовут-то? Бляха, забыл. Вот который Таран Маликас. Ага, еще и мимо, круто. Ну так здесь везде антикрит. Здесь везде антикрит, мне вообще нет смысла бить. Да, еще и ни хрена не сработает датакрон на стан. Потому что у них иммунитет, видимо, к стану. Ну, может, не у них, может, у него. Не, ну, здесь было очевидно, да? Да. Хорошо. Плохо. На сим мы тогда закончим. Не буду я здесь больше ничего делать. Зря твое время тратить тоже не собираюсь, потому что ни первых, ни вторых я не закрываю. Мне тупо некем. Переговорщикам, если я даже тут кого-то и смогу добрать, то тоже смысла особого нет. Поэтому подождем, когда ударит соперник. Результат, конечно, мне не самый лучший. Надо будет что-то с этим делать. Что-то надо будет подумать. Слишком дохрена я, наверное, все-таки в деф поставил. У меня в атаку толком никого не остается. Если быть точнее, то право на ошибку не остается. То есть, если я кем-то лажаю, то у меня все, дальше уже нехватка пачек идет. И это плохо. Надо будет что-нибудь подумать и на втором брекете принять определенные меры. О которых ты, кстати, можешь написать в комментариях, а еще можешь подписаться на YouTube канал, на Телегу, на Дзен, на Рутуб, на ВК, куда хочешь. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.